И опять же хочу акцентировать на том, что ну вот дождь идет, да? Вы где-то видите, что под текла такая масса воды, там, перекрывая дорогу там или вымывая, или еще такое. Да, ручей, вот он снизу где-то там, ну, эта вода бежит как бы по своему месту. Ну а вот на дороге, пожалуйста, смотрите. Ну нету его такого. А все потому, что, кстати, вот и заканчивается. Ливневки, вода отвод и направляется водичкой все. Грунт не подмывается, не вымывается, нету просадки. И все, дорога держится. Вот. А здесь сейчас после дождика вот такой озон. Подышать бы, да? Классно. Я не знаю, еще ехать не пол, 30 километров еще до загрузки, а мы все выше и выше лезем. Вот они, туристы, пешие. Как в сказке, смотрите, раз, и травка такая яркая, классная. Здесь вроде дождик и был, но уже видно, вот местами там даже, если солнышко так и просыхает. Либо же был, но не такой большой, ведь даже не дерево, вот, участки такие, они сухие. Вот пилорама какая-то. Главное, знаете, как вот в чем прикол, видите, да, ну какая-то вот травка там, горы, все, и дорога шикарная, то есть, если бы это колдобины такие, ямы по колено, конечно, это все, знаете, как перечеркивало, а вот так видишь, ну классно.
облегчение. Смотрите, как травочку почистили, постригли ее так. Даже 70 можно ехать, ничего себе. Но я 70 боюсь ехать. Наверное, привыкли, скорее всего, ну а по-другому я не знаю как. Прямо над дорогой окна вот именно. И это же не даже, как бы сказать, не, там не 50, не 30 не идут машины, а могут и веселее ехать. 70. Это я уже еду, тянусь 45-50. Я уже собрал там несколько машин и грузовик. Наверное, все-таки лучше где-то сейчас, если будет карман какой-то, запаркуюсь, ну как бы это там, не запаркуюсь, а стану, пропущу их. Навезли лес, а зачем, я не пойму. Наверное, продают такие связки вот друг. Слева, видите, такой вот заезд нормальный. Ну, видите, мне слева потом выезжать неудобно. Если бы справа был бы, без проблем бы, конечно. Вы превышаете допустимую скорость. Грубер Гастхоп. А, те уезжают, поехали, вот грузовик только один, ну ладно. Было там несколько машинок, ну, наверное, посъезжали. Детки.
регионы. Вы превышаете допустимую скорость.